Опять я по вашим клиентам к вам обращаюсь. Руководство есть? Может быть, все-таки мы побеседуем? Никого нету, да? Угу. Ну, тогда мы по старой схеме сейчас все заполним, вручим под расписочку и пойдем. Ну, претензия очередная. Да, да, все, ждем. Один иск в суде, второй, третий. Они все равно продолжают вот это все творить. Так. Угу, так, ну вот дата сегодня стоит. Ну все, ждем 10 дней. Здравствуйте, хотел бы пообщаться с сотрудником полиции на предмет мошенничества сотрудниками ООО «Кристалл». По организации? ООО «Кристалл», стоматологическая клиника. Уже неоднократные обращения, насколько мне известно, заявления здесь и в вашем отделе, и в Ленинском районе. Но никаких действий. Будет от меня заявление, от других людей много заявлений уже лежит. Проверки не проводятся, они продолжают совершать, на мой взгляд, мошеннические действия. Напрямую пообщаться, чтобы уже сразу взяли объяснение, чтобы я изложил те доводы, которые необходимы для того, чтобы сделать проверку. С вами будет общаться сотрудник, напишите заявление, и с вами уже будет разговаривать сотрудник. Вот у нас тоже граждане ожидают. После них вы пообщаетесь. А можно сделать следующим образом? Я оставлю свой номер телефона, когда сотрудник освободится, я подойду. Я живу через дорогу. Нет. Вы можете уйти на полтора часа, но вы, если вы придете, не факт, что он будет на месте. Угу. Вам нужно написать заявление. И по времени. Да, понятно, заявление я могу устно подать. Вы мне скажите, сколько примерно ожидать вашего сотрудника? Меньше полутора часов. То есть вы мне предлагаете полтора часа здесь сидеть? Да, граждане тоже ждут. Да я сейчас не про граждан говорю, я говорю про себя. То есть вы мне предлагаете полтора часа ждать, правильно? У нас в порядке очереди. Да я не спрашиваю, какой у вас порядок. Вы мне предлагаете полтора часа ждать, правильно? Суть обращения, что сотрудники ООО «Кристалл», окончание на две буковки «Л», стоматологическая клиника Павлова 9. Данные работники, на мой взгляд, совершают мошеннические действия, а именно обманным путем получают денежные средства от своих клиентов, пациентов, вводят их в заблуждение, оформляют на них кредиты, после чего под любыми путями отказываются возвращать деньги. Заключают с ними якобы договора об оказании платных медицинских услуг. На словах говорят одно, по факту договора подписывают на других условиях. После того, как дело попадает в суде они предоставляют фальсифицированные документы. По данному факту у меня уже было заявление. У меня есть соответствующие доказательства. Мной был направлен человек, он был оборудован аппаратурой, все зафиксировано. Каким образом происходит обман? Аналогичные, значит, клиенты ко мне обращаются за юридической помощью. Одна и та же схема обмана. То есть саму схему обмана я уже детально в объяснениях все расскажу, покажу. У меня есть соответствующие доказательства. Есть соответствующие свидетели, которых обманули. Это не один, не два человека, их много уже.